Здравствуйте! Вы на канале Остроумно. Это самый популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. И у нас сегодня гороскоп на 14 февраля 2018 года. Итак, Овен. За что бы вы ни взялись сейчас, вас ждет успех. Могут удачно сложиться ваши финансовые дела и интимные отношения. Телец. Этот день воплощает собой счастливые случайности, сулит легкие деньги и любовные приключения под девизом «Пришел, увидел, победил». Близнецы. День может принести немало перемен. Большая их часть связана с близкими людьми. Рак. Не исключено, что сомнения станут причиной душевного смятения. Как бы пылко не говорил вам партнер о своих чувствах, какие бы подарки не преподносил, вы в глубине души будете постоянно сомневаться в его искренности. Лев. День символизирует домашний уют. Вероятно, вы захотите выспаться и провести весь день дома. Дева. Частые отлучки могут стать причиной семейного конфликта. Кто-то из родных может обидеться на недостаток внимания, состоится неприятный разговор. Весы. Не исключено, что темперамент весов будет просто умопомрачительным, поэтому ваш избранник привязан к вам крепкими цепями взаимного чувства. Скорпион. Сочетание планет сделает субботу ярким и эмоционально насыщенным днем. Вы склонны заботиться прежде всего о близких, что им очень понравится. Стрелец. Хотя здоровье стрельцов будет достаточно благополучным и не вызовет опасений, могут возникнуть осложнения из-за опрометчивых обещаний и перегрузки работы, особенно во второй половине дня. Козерог. Существенных изменений в личной жизни у козерогов не намечается. В семейных отношениях день сулит приятный отдых с близкими людьми. Водолей. Благоприятное время для встречи и общения с друзьями и родственниками. Вы найдете полное взаимопонимание со своими любимыми. Рыбы. Сегодня актуальны вопросы профилактики, гигиены, ухода за телом и внешностью. Это время месяца подходит для проведения оздоровительных процедур, для начала занятий любым видом спорта или гимнастики, а также для того, чтобы сесть на диету или провести очистку организма. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким и, конечно же, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Услышимся!